Добрый день, уважаемые пациенты. С учетом того, что большая часть из вас активно работающие люди, я бы хотела посвятить свой сюжет правилам выдачи больничного листа. Перед началом лечения сообщите своему доктору о том, что вы нуждаетесь в больничном листе. Больничный лист никогда не оформляется задним числом. Это является неправомерным. А пациенты в нашей клинике лечатся в дневном стационаре и через оформление госпитализации. О том, в каком режиме лечитесь вы, сообщит вам ваш врач. Если вы госпитализируетесь в стационар и находитесь у нас в отделении, при выписке вам будет выдан больничный лист. С больничным листом вам необходимо явиться к семейному врачу по месту жительства на следующий день. Семейный врач сможет либо продлить вам больничный лист, если ситуация этого требует, либо выписать вас к труду. Если вы лечитесь в режиме дневного стационара, то есть приходите на капельницу и при нормальном общем самочувствии покидаете клинику в тот же день, больничный лист вы будете получать по месту жительства. В таком случае больничный лист оформляется семейным врачом. Для того, чтобы семейный врач оформил вам больничный лист, вам необходимо у доктора нашей клиники, перед тем, как вы покидаете клинику, получить выписку о проведенном лечении. На основании этой выписки и рекомендаций, которые описаны в этой выписке, доктор по месту жительства будет оформлять вам больничный лист и либо выписывать вас к труду. Спасибо за внимание.